Ребята, привет! Расскажу сегодня, как зарегистрироваться в проекте Artery. В принципе, ничего сложного здесь нет, но есть определенные нюансы, которые нужно знать и обязательно соблюдать для того, чтобы все было хорошо, никто не вошел потом, кроме вас, в ваш аккаунт. Итак, смотрите, первое, что вам надо сделать, естественно, капитан очевидность, я переходите по ссылке того человека, который вам дал ее. Кто ознакомил вас с проектом? Переходите, попадаете на такую страничку. Здесь прописываете свой никнейм. Например, там, я не знаю, Рэмбо 777. Ну, естественно, если занят такой ник, вам уже пишет электронную почту. Свою электронную почту. Туда могут приходить всякие интересные письма. Ну, а могут и не приходить. Но в любом случае нужно для регистрации написать. Нажимаете «Я согласен с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением». Нажимаем «Создать аккаунт». Теперь смотрите, вот эта сид-фраза, которую нужно сохранить. Скопируйте. А лучше ее даже куда-нибудь перепишите на листочек бумаги. Нажимаете «Я сохранил сид-фразу». Вот идет определенное время, там не более минуты, там, ну, по-моему, 30-40 секунд. В блокчейне прописывается этот ваш аккаунт. И это время нужно подождать, потом загорится кнопка «Продолжить». Ждем. Смотрите, по сид-фразе очень важно ее запомнить, никому, естественно, не показывать ее. Сохраните где-нибудь в надежном месте, но лучше всего, самый лучший вариант, это переписать ее на бумажку и куда-нибудь там вместе с документами или там несколько мест положите, там, где вы в любом случае будет, ну, будет она в сохранности, никто ее не увидит. Потому что ломают очень часто сейчас, там подбрасывают троянные, вы видели там ссылки какие-то левые. Вы заходите и, естественно, вас потом могут украсть ее, если у вас на компьютере хранится или в телефоне. Поэтому лучше переписать ее на листочек, ну а вы уже как хотите смотрите, это мой совет. Дальше нажимаете «Продолжить». Так, попадаете вы, вот ваш кошелек, вот ваш аккаунт. Здесь, смотрите, здесь три вкладки. Тариф, кошелек, профиль. Профиль сразу заходите. Здесь редактировать нажимаете. Вводите свой ник в Телеграме для того, чтобы с вами можно было связаться вашим вышестоящим и вообще дальше работать дружно. Потому что, ну, в нашей команде очень плотно идет обучение, игра. Опять же, вы знаете, все можно, все сделано для того, чтобы ты развивался, зарабатывал, мы тебя обучаем всему этому, и для этого нужно, чтобы мы могли в любой момент связаться с тобой. Поэтому обязательно пропиши никнейм в Телеграме. Пишешь «Сохранить». Опять же, прописывается в блокчейне, здесь потом появляется ваш Телеграм, и вашей команде можно будет легко уже вашему руководству вышестоящему опять же связаться с вами. Здесь понятно. Вот, смотри, твой номер кошелька. Вот твоя реф-ссылка, которую ты будешь давать друзьям. Дальше возвращаемся к кошелек. Здесь опять же, смотри, чтобы посмотреть свой номер кошелька, куда ты деньги будешь, куда монеты будешь закидывать. Вот копируешь или этот кошелек, или по своему никнейму. Без разницы. И так заходят потом деньги. Делегирование. Когда ты купишь монеты, как купить монеты, сейчас можно их будет покупать уже скоро. В обменнике уже можно будет скоро покупать на бирже. Я думаю, смотря когда ты смотришь, наверное, скорее всего, если ты смотришь уже числа после 10, то можно уже покупать и на биржах. Поэтому пока два варианта есть в обменнике. Опять же, легко узнаешь или на главном канале в Телеграме проекта, или у своего спонсора, кто тебя пригласил. И смотри, что дальше ты делаешь. Покупать монеты, опять же, или через обменник, или через биржу. Закидываешь их себе на кошелек, они попадают сюда, на основной кошелек. Здесь они находятся. Для того, чтобы получать проценты от 21 до 30% в месяц, тебе нужно перекинуть их на кошелек делегирования. Для этого нажимаешь «Делегирование». Здесь нажимаешь «Пополнить». Пишешь ту сумму, которая доступна у тебя уже на основном кошельке, и отправляешь пополнить. И они попадают сюда. И с этого момента каждые 24 часа тебе будет на основной кошелек падать согласно твоему тарифному плану проценты. Опять же, это твой пассивный доход.
Дальше. Для тех, кто на активный тариф заходит, заходят сюда и нажимает «Оплатить». На данный момент это 108 монет Artery. У тебя, естественно, на кошельке, на основном кошельке, здесь не на кошельке делегирования, на основном кошельке, должна быть эта сумма. 108 монет или сколько там будет на данный, ну, на момент, когда ты будешь оплачивать. Нажимаешь опять же «Оплатить», и тебе будут доступны все плюшки, реферальная система, вознаграждение с реферальной системы со своей командой и построение, там, лидерские бонусы. Но об этом я, чтобы не затягивать, я в других видео рассказывал. Смотри мои видео остальные. Друзья, на этом все. Кому понравилось данное видео, было полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, если есть какие-то вопросы. И, ребята, желаю вам хорошо зарабатывать, сидя дома, не ходить на какие-то работы. В интернете зарабатывать можно больше, легче, веселее. Добро пожаловать в нашу команду, друзья!